Моя семья больше века готов. Мне казалось, все самураи погибли. Разве так встречают гостей? Простите мои манеры, господин. Я все время провожу в одиночестве. Меня окружают лишь краски, кисти, лак и ткани. Мои краски подобны чистому сверкающему снегу в зимнем дзёгаку. Принесите нужные компоненты, и я изготовлю наряд белый, как у самой смерти. Монголы решат, будто они встретились с самой смертью. Боюсь, работать без нужных материалов нельзя. Нашим врагам противостоит сама смерть. Мои красители белы, как первый снег. Что вы умеете? Меня ищете? Нацельная ощеглють медву!
Темель будь нам не меркує! Picciamos qui! Если двинусь с места, меня убьют. Тише! Спасите меня! Я тебя освобожу. Спасибо, господин. Но моя семья, их держит в плену в поместье Такасики. Я проезжал мимо после вторжения. Там все разрушено. Они пытались его восстановить. Я их найду. Ветер дорогу укажет. Прозрачные, чистые воды. Новое начало. Субтитры сделал DimaTorzok
Тырню! А? Наконец-то свобода! Не бойся. Legium Harsinja, tank with it! Я тебя освобожу. Это лучший день в моей жизни, господин. Береги себя. Нельзя идти. Там опасно. Все будет хорошо. Я буду жить. Спасибо, господин. Не бойся.
Спасен. Спасибо. Иди. Все хорошо. Говорят, мол, капы — это выдумки, но все не так. Капы? Демоны, господин. Их видели у хижины рыбака в Акасиме. Демоны. Или люди. Надо будет разузнать. Ты славный конь, Нобу.
Живем в бесконечном потоке. Ввысь к спасению рвемся. Цвети и к свободе стремись. Освобожу. Никогда вас не забуду. Иди. Все хорошо.
Как же мне повезло. Не бойся. Господин, я уж думал, монголы нас убьют. Монголы ищут доспехи героя по имени Госаку. Возьмите ключ от двери, за которой они хранятся, они ваши. Монголы пальцем не тронут наследие Госаку. Хороший мальчик. Thank you.
что ты... Позвольте мне заточить вашу катану, господин. Блестит, как зеркало. До встречи. Починить вам лук, господин. Этому луку нет равных. Успехов боюсь. Я работаю с любыми доспехами. Спасен на поле боя воровкой. Как бы мой дядя отозвался о Юне.
Хорошего вечера, господин. Мой брат мечтал стать самураем. Даже устроил тренировочную площадку с бамбуком. Всю зиму там упражнялся. Тренироваться на бамбуке – отличный способ отточить мастерство мечника. Может, я составлю твоему брату компанию? Он умер от лихорадки несколько лет назад. Но я вспоминаю о нем каждый раз, когда вижу такую площадку и знамя над ней. Теперь буду и я. Спасибо. Береги себя. Так.
Масако!